Мы сегодня идем на ужин. Посмотрим, что у нас интересненького будет на ужин. На улице нас, как всегда, жарят. Показываю всегда ресторан на ужин «Гармонии», потому что там в основном здании толпа народу. Ничего, очереди капитальные. Так, здесь у нас жареная рыба какая-то, вот такая, не знаю какая, просто написано жареная рыба. Здесь написано овощи гриль и котлетки местные. И вот таким вот образом все это жарится. Ой, очередей здесь нет, видите? Один человек стоит. Такая вот потрясающая красота здесь. Здесь что у нас есть из детского на ужин? Морковка, салатики, рис, сосиски, наггетсы, макароны, заправка к макаронам. И написано, что куриный суп. Куриный суп действительно есть. Вот так вот у Вани выглядит ужин. Куриный супчик. Вань, попробуй супчик. Сосиски ему здесь очень понравились. Сейчас я ему порежу. Он у нас, знаете, как король, блин. Его обслуживают две женщины. Сосиски ему нужно порезать. Пробу-то снимешь супа? Так, ну я начну съемку с моей любимой выпечки, хоть я ее не ем, но хотя бы вам показать на ужин многочисленные десерты. Здесь салатики. Салатики я называю «Натя, боже, что мне не гоже». Вот то, что осталось там с обеда, с завтраком, то сюда вот в эти салатики делают. Так, здесь у нас на ужин вот такой вот сырок. Разные виды. Тут вообще резать надо какой-то большой очень сыр. Какие-то еще супы. Пангасио суп написано. Выглядит как суп с капустой. Вот это мои любимые лепешки. Обожаю эти лепешки. Есть вот такие вот с мясом и есть с сыром. Вкус, конечно же, с сыром самое вкусное. Это самая настоящая пицца без помидоров. В общем, я беру и на себя, и на Ваню. В принципе, я могу больше уже вообще ничего не есть, только эти лепешки. Ну, здесь, как всегда, макароны для деток. Макароны нескольких видов. Кто не любит перья, в смысле вот перья, тот любит бантики. Это у нас океан Делайт. Что такое океан Делайт? Не знаю. Такие какие-то шарики. Что это такое, не знаю. Так. Здесь у нас картошка фри. Здесь какие-то луковые кольца. Видимо, это картошка. А вот это вот у нас морепродукты. Вчера пробовала, мне понравились. Правда, немножко скрипит на зубах. Почему-то вот креветки скрипят немного на зубах. Ну а так, в принципе, вкусненько. Так, положим все себе морепродукты. Так вот это выглядит. Кальмарчики, мидии здесь. Так, здесь у нас что интересного? Здесь у нас курица под соусом карри. Видите, все с перчиком, с луком, со всеми делами. Просто не хочется. Так, Ваня просил ему хлеба принести к сосискам. Возьмем ему булочку. Так, здесь у нас пройтись, все-таки показать ужин как следует. Разные-разные соусы, какие только возможны. Оливки. Мне вот эти вот нравятся, сморщенные больше всего. Салатики, морковка, кукуруза. И разные вот такие вот овощные салаты. Так, посмотрим сейчас, что у нас есть еще на горячее. И какие у нас есть фрукты.
апельсины какие-то неказистенькие, сливы очень вкусные, хоть и смотрятся не очень. Нектарины, яблоки, бананы, которые здесь повсеместно растут. Виноград вот такой вот крупный, дыня. Несмотря на то, что зеленая, очень вкусная, пробовали уже не раз. Арбуз. Арбуз розовый не очень. Ну, можно есть, но так. Так. А здесь у нас в сладком я не показала. Вот такие вот, смотрите, красивые торты. Такой красный торт. Вот такой вот кокосовый весь торт. Смотрите, с шоколадной прослойкой. Вот здесь мама постоянно берет тыква, она, по-моему, с медом или с чем-то, ну, в общем, с каким-то карамельным сиропом. И вот такая вот разная пахлава. Я ни разу, правда, не пробовала пахлаву, не знаю даже, что она себе представляет. Так, здесь у нас рис, баклажаны с мясом. И смотрите, перевод такой интересный. Замковый картофель. Давайте посмотрим, что такое. А, замковый картофель, это значит картофель в кожуре. Так, здесь у нас написано овощной букет. Здесь у нас действительно овощной букет. Из овощей. Так, сейчас люди стоят. Здесь посмотреть, что рыба. Филе, томатный соус. Макаронные изделия выпекают. Макаронные изделия выпекают. Запеканка, значит. Очень просто. Кислое мясо птицы. Кислое мясо птицы, это значит вот такое вот жаркое, по всей видимости, из курицы. Вот это, наверное, вкусно. Сейчас нужно зайти пробовать. И последнее, это фасоль с мясом. Фасоль с мясом, действительно, не обманул. Перевод, конечно, у них вообще супер класс. Итак, в итоге, что же у нас на ужин? Ваня принесла два компота на выбор, яблочный и вишневый. Он почему-то выбрал яблочный. У него, как всегда, сосиски. Что? Потом будешь вишневый, да? В общем, у Вани сосиски и вот эта вот лепешка сырная, очень вкусная, как пицца с огурцом. Бабушка у нас уже практически все съела, тоже она любит эти лепешки. И сегодня мясо, да, какое-то взяла? Говядина. Вкусная говядина, мягкая? Мягкая очень. Ну вот они как-то умеют, да, так говядину готовить, чтобы было вкусно. Мягко. Ну и бокал красного вина, и еще что-то бабушка там себе кукурузу насыпала. Так. Ну, а я, в принципе, взяла себе все то же самое, что было у меня вчера. Морепродукты, тоже сырную лепешку. И попробую вот эту вот кислую курицу, что она всем представляет. В общем, хочу попробовать вот эту вот кислую курицу, то, что было написано. Видимо, наверное, курица в кисло-сладком соусе. Я не понимаю таких вот очередей за жареными продуктами, за этой жареной рыбой, за жареными этими котлетками, потому что, в принципе, тушеная курица очень вкусная, тает во рту. И мясо здесь есть, и овощи. У нас, видите, в принципе, вот за всем за этим очередей нет, очереди только за жареными. А мама вот эту вот рыбу взяла, которая там была написана под красным соусом рыба, да. Говорит, что не очень вкусная, да? Не вкусная, сорная рыба не вкусная. Ну, какая-то пресная, да? Ну, да. Ну, она минтай. Не знаю даже. Ну, непонятно, они не пишут, какая рыба. А Ваня у меня, в общем, так полюбил сосиски. Все сосиски съел. Пошел в зал, там, он, видите, желтенькая бабушка. Ваня полосатый идет. Там вот детский стол. Сейчас будет сам все сосиски накладывать. В общем, сам себе, смотрите, идет. Ко мне Маша торжественно положил сосиски. Для Вани это подвиг. Он очень застенчивый ребенок. Всего боится. Да, можно убрать. Вот он, смотрите, принес сам все сосиски. Сколько сосисок взял? Три. Три? Что, такие вкусные, Вань? Да. В общем, меня многие обвиняют, что я ребенка неправильно кормлю. В общем, у моего ребенка очень плохой аппетит. Что? Мама,
Что? Мне вкусно, как тебе. Да? Полезай. Вот. В общем, накормить чем-то моего ребенка — это прям вот заслуга заслуг. Нереально. Он очень худой. Если кто-то видел там видео с пляжа, то один скелет. Кожа и кости. Так говорят. Но вот здесь он, по крайней мере, наворачивает сосиски, а не картошку фри. Я считаю, что это уже лучше. Вот все-таки вот эта вот лепешка ему понравилась. И эти сосиски. Ну, в обед он всегда кушает супчик куриный, который у них есть. Ну, огурчик. Все. Больше Ване ничего скормить не удается. То есть там вот рис, ну, иногда макароны бывают. Это вот прям подвиг-подвиг. Курицу есть ни за что не будет. В общем, ну, не знаю, из чего здесь делают эти сосиски, но, во всяком случае, ему они нравятся. И вообще, в общем, я не отношусь к тем родителям, которые заставляют ребенка есть. Вот сегодня смотрела сцену, была просто отвратительная на обеде. Мы сегодня опаздывали на обед из-за покупок, вернулись очень поздно. В общем, 10 минут до конца обеда оставалось. Бежали бегом, и сидела бабушка с внуком. В общем, внук орал дурниной просто, что он есть не хочет. Она ему, когда он рот открывал, засовывала очередную ложку, он там кое-как прожевывал это все, довязь, и она ему засовывала очередную ложку. Да, на юге очень сложно накормить ребенка, потому что здесь жарко, здесь они очень много пьют. Пьют Ваня очень много. Есть аппетит у него не всегда, но я считаю, что как бы, ну, все-таки организм наш мудрее, особенно детский организм. То, что ему надо, он всегда возьмет. То есть, если он там голодный, он будет орать, что он голодный, дайте мне что-нибудь поесть. А вот так вот заставлять впихивать в него то, что он не хочет, я считаю, что это все-таки издевательство над ребенком, даже если он практически не хочет. Ну, а у бабушки у нас наступил десерт. Свой десерт я не показываю, потому что у меня его нет, я его никогда не беру. Бабушка у нас взяла себе на десерт дыню. Что, Ваня? Дайте мне сказать. Давай. А сегодня еще покатаемся на машинке? Это очень важно на ужин. Покатаемся. В общем, бабушка себе взяла пахлаву и, как всегда, тыкву. Тыква чем-то пропитана. Сейчас она нам расскажет, что это за пахлава. Вкусная? Вкусная. Ну, ты попробуй. Так я же пробую уже четвертый день. Ну, это какое-то, я так понимаю, слоеное тесто с медом, ну, да? С медом как-то там сделано. Не знаю, в общем, я ни разу не пробовала. Но думаю, что это очень сладко, да? Угу. А у Вани вот такой вот десерт. И на десерт, и на обед, и на ужин у него одно и то же. Вот так вот, в общем, довольные и счастливые, наевшие много лишних килограмм. Сегодня всей толпой Ваня, мама, я идем на вечернюю анимацию. И Ваня бросится на машинку. Здесь есть аттракцион машинки. У Вани он очень уж сильно ему полюбился. Ну, вот так вот подспутно показываю вам ресторан Гармонии. В общем, ни разу мы в ресторан. В смысле, один раз мы зашли в ресторан Long Beach основного здания, нам этого хватило. В общем, мы любим с мамой поспокойнее, чтобы было спокойно, тихо, размеренно. Музыка, да, чтобы не было очень много снующих людей. В общем, Гармония нам пришлась по душе. А Long Beach почему-то показался очень шумным. В общем, бабушка с нами, с Ваней, отказалась идти на машинке, сказала, что она устала, пойдет отдыхать в номер. Мы решили с Ваней пойти вдвоем. Что? Я отказался идти на отрез, а она отказалась идти на отрез. А она на отрез отказалась идти. Так, ну что я хочу сказать, что сегодня как раз таки, прямо до этого, как будто бы я наговаривала на Long Beach, на основное здание. В принципе, сегодня здесь не так многолюдно. Очереди небольшие, конечно, за жареным есть, но это прям совсем ерунда. Потому что людей здесь на самом деле грандиозно очень много. И при таком количестве скопления людей, чтобы не было очередей, это прям вообще... Это моя мамка. Так вот здесь тоже все шарят. Парят, шашлык готовят. Сейчас вот люди с тарелками.
так посмотрим. Вот точно такие же вот эти вот котлетки здесь. Здесь. Ой, здесь везде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аж в глаза попал дым. Ой-ой-ой-ой. Это нереально. Отошла я вот так вот вам с расстояния покажу. Дым там все жарится. Ты тоже закашлялся весь. В общем, очередь у меня совсем маленькая. Все желающие все могут попробовать. А. Там сумасшедший балкон. Сумасшедший что? Балкон. Почему? А вот такой здесь красивый вид. Вот люди, кто здесь кушают, смотрите, они наслаждаются видом вот таким вот на бассейн. Смотрите, красиво. Потому что моргает. Понятно, потому что моргает. Что моргает, кто моргает. Ну, вот так вот красиво. Так, ну, вот так вот выглядит основной ресторан Long Beach. Здесь, смотрите, на ужин повар нарезает салатики. Такие вот разные зеленюшка с помидорами, с огурцами, с луком. Все очень тщательно вырезаются всякие жопки. Вот этот стол для диетического буфета. Здесь, видите, есть рис без ничего, без всяких добавок. Просто вареная курочка и просто вареные овощи. Это для тех, кто сидит на диете. Это брокколи. Да, это капуста брокколи. Вот здесь у нас стол с многочисленными салатами. Смотрите, значит, что у нас. Огурцы, капуста. Катя любит... Брокколи? Да. Вот такой вот какой-то... перец, то ли горох, не пойму. Морковка, перец, маслинки разные. Здесь заправки самые тоже разнообразные. Что-то типа сметаны, всяких майонезов, йогуртов, оливковое масло. В общем, они здесь не меняются, они здесь стоят. Я вот как иду, так и снимаю. В общем, здесь у нас тоже разнообразная выпечка. Тоже точно такой же кокосовый тортик, как и в Гармонии. Здесь точно такая же пахлава. Пахлава, еще пахлава. А. Что? Это тыква бабушкина. Это тыква, да. Бабушкина Ваня уже выучил. Тыкву бабушкина ни разу не пробовала, но знает, что уже это тыква бабушкина. Ну, из фруктов все то же самое, что на обед, что на завтрак, что на ужин. Вот эти вот нектарины, яблоки, груши, апельсины. И с другой стороны у нас арбузы. Сейчас посмотрим с вами, что здесь еще дополнительно жарят интересного. Полно здесь еще интересного. Сегодня, кстати, вот сейчас народу прям совсем немного относительно. Здесь тоже та же самая фасоль, жареная говядина, макароны, запеканка, то же самое, та же самая, только здесь уже другой перевод, смотрите, кислая птица. Там просто была кислая птица, а здесь кислая птица. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас, смотрите, овощной букет. В общем, и вот эта вот рыба, которая бабушке не понравилась. И вот так вот все остальное. Картошка запеченная. Картошка фри. В общем, могу сказать, просто здесь все в нескольких, ну, больше количество. Вот рис из проволочной лапши какой-то интересный. Рис. Рис-лапша. А здесь вот за лепешкой очередь, а там за лепешкой очереди нет. Здесь сейчас покажу, что делают, какие, смотрите, красивые узоры из арбуза. Прям вообще шикарно. Вот здесь вот, смотрите, такие вот, красивый арбуз украшен. Прям вырезана фотография женщины. Как они умеют красиво украшать. И вот здесь вот арбузик тоже очень красиво разрисован. Здесь какие-то салаты, не пойми какие. Даже не знаю, что это такое. Вот такое окрашивание. Так. Здесь у нас что интересного готовят. Что-то такое жареное. Сейчас, Вань, подожди. Это
это у нас во фритюре жарится рыба, рыбное филе вот такое вот. Ну скажи. Там картошка фри. Здесь у нас жарится картошка фри. Здесь точно такие же сыры, как и в Гармонии. Все разные разновидности. Бар. Ну вот, наверное, в принципе, и все. Все, что здесь есть. Ну, то же самое. Кукуруза, помидоры, морковка, разная зелень. В общем, ну, не знаю. Вот кто-то пишет, что тут не наедается чем-то. Я не знаю, чем здесь можно не наесться. Вот мы идем... Ой, еле дышу, честно говоря. Здесь, как всегда, у нас вот этот вот кофе из аппарата. Можно американо, эспрессо, макачино, кофе латте, капучино, горячий шоколад Ванин любимый. Просто горячая вода. Куча кружечек, не надо ничего искать, все на месте присутствует. Сахар вот такой вот, смотрите, в пакетиках лежит. И здесь вот просто горячая вода и чай. Уже в заварниках заваркой непосредственно. Ну а людей, конечно, много сидит. А мы сейчас идем на машину. И причем вот эти вот напитки, они везде на каждом шагу, в разных сторонах, чтобы не было скопления очередей. Они практически есть везде. Вот видите, сколько столиков там в помещении, здесь. Здесь вообще вот сейчас очередь рассеялась, в принципе, никого за этими котлетками, шашлыками и рыбой нет. Зато очень красивые виды, а мы сейчас с Ваней идем кататься. Куда, Вань, на чем? На машинках. На машинке. В очередной раз привел меня на машинке. Посмотри, я висю. Здесь на машинке такая вот очередь. В принципе, быстро она очень идет. Машинки где-то катаются, наверное, минуты две от силы. Время прям быстро проносит. Ваня весь испрыгался в ожидании машины. Сеанс закончился, должны ехать мы. Третьи в очереди. В общем, весь издергался, весь в нетерпении. Давай, ищи третью. Нам выдали... Третий, давай сюда сядем. Садись сюда, Ваня. Да не важно. Давай с другой стороны садись. Ваня сказал, что сегодня будет водителем. А меня он будет просто катать. Ой, мама поместилась в машину. Это довольно-таки непросто. Руль. Ваня. Нормально. Это жесть. Да мама, ты сама и роман. О, клипа лянга тине. Чего спираться к моя? Кредере мине. Знай путера са спой. О, ворба де юбире. O vorbă de iubire. Oprește-mă, nu mă lăsa să plec de lângă tine. Так, вот смотрите, сейчас очередь еще больше стала на эти машинки. Чем люди быстрее кушают, тем меньше очереди здесь. Садила Ваню в чашки. В общем, для детей здесь, конечно, развлечение раздолено. Теперь каждый вечер сюда тащит. 20:08 сейчас времени. Tuesday, 14.09.2017. Все, чашки начинают разгон. Ваня едет один. Ваня, руль! Накручивает руль. В общем, затащил меня на машинке. Хотел мне, чтобы я сейчас вот эту вот очередь всю длинную стояла. Я сказала, наотрез отказалась. Говорю, не буду больше стоять. Завтра придем пораньше, прокатимся два раза. Отправила Ваню теперь на карусель. Вернее, не то, что отправила. Он сам у меня сюда попросился. Первый раз он поедет на карусель. Не знаю, как он сейчас ее перенесет. Очень красивая девушка.
выпускает карусель. Мало-мало, а меньше, смотрите, даже соской девочка едет. Супер удовольствие для детей. Ух ты! Круто! Она немножко приподнимается. В общем, я хочу сказать, что я очень счастлива, что счастлив мой сын. Он, конечно, не понимает, какое у него счастливое детство, и как это здорово вот так вот иметь возможность путешествовать куда-то. В свое время я жила на Сахалине, у меня не было такого детства. У меня было советское детство. Мы жили на берегу Охотского моря, но я не воспринимала его как море, потому что в нем никогда нельзя было купаться, оно холодное. И даже льдом, и даже летом льды в этом море не таяли. То есть купаться там, о том, что купаться даже не могло идти и речь. Во-первых, во-вторых, там было довольно-таки прохладно всегда летом. Мы ходили в каких-то ветровочках. Сейчас вроде как климат изменился. И вот к нам приезжала Оксанина школьная подруга, и она говорит, что там сейчас уже довольно-таки жарко летом. А так я помню, что... Ой, Ваня, отойди. Идем. Что-то пищит. А что пищит? Это машинка сзади. Вот, и... В общем, сейчас говорят, что, в принципе, лето уже довольно-таки теплое. А раньше мы ходили в ветровках летом. И в июне, когда, если выезжали на материк, у нас это так называлось, в Хабаровск мы летели, то Хабаровск — это был рай на земле, потому что там было тепло в июне, а у нас еще снег лежал. Вот тут у нас мексиканский ресторан, сейчас покажу. Да, вот так вот выглядит у нас мексиканский ресторан со стороны. Красная тут подсветка. В воскресенье, возможно, мы сюда пойдем. Смотрите, столько много свободных мест. Может быть, люди подойдут позже. А сегодня? А, говорят, что мест нет. Мама, а сегодня какой у нас? Обычный, гармония. Мама. А. Какой у нас пятница у нас? Сегодня? Четверг. Пятница, тут бассейн, который... Фонтанчик работает, музыка играет. Здесь вообще на территории Турции каждый день ощущение праздника, веселья, такой праздник жизни. Такое ощущение, что времени здесь не существует, время остановилось. Мы даже не знаем порой, какой сегодня день и какое сегодня число. У меня кто-то спрашивает, я даже не знаю. Хочешь поесть? Поесть? Нет. Вот чего я не хочу, так это поесть. Потому что уже очень много. Вот так вот, смотрите, сушат матрасы, которые днем лежат. Вот так вот вечером выглядит амфитеатр. Мини-диско в другом месте. Здесь, да, такие интересные ворота. И здесь еще до программы 40 минут. Дети вот так вот хаотично все скачут. А мини-диско сейчас проходит возле гармонии. Подальше, Ваня. Ох ты, девочка аж на второй этаж забралась. В общем, скачет каждый, кто во что гораст. Таркан, что ли? Отель полностью семейный. Видите, сколько детей. Заканчивается сегодняшний день для нас. Ну, уже практически закончился. В общем, не выдержали мы это вечернее шоу. Оно, конечно, интересное, танцы, но ребенок уже полусонный, хочет спать. Я еще не хочу спать. Да, да. В общем, поэтому спасибо большое всем, кто был с нами. Желаю всем, как всегда, хорошего настроения, добра, позитива. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. До новых встреч. Что ты хотел сказать? Ничего.
Ничего не хочу, попрощаться хотел. Ставь лайк и подписывайся на канал, на мой канал. Я тебя не учила этому, да? Все, пока-пока, друзья. Жми на пол.